На базе КАВ житель деревянной слободы попросил полицейских разобраться с артиллерийским снарядом, который кто-то подкинул под забор участка. Грозного вида болванка, весьма неплохо сохранившаяся, торчала из бурьяна. Из соображений безопасности движения по проулку и без того не слишком многолюдному остановили. Ждали специалиста, который мог бы определить судьбу боеприпаса и высказать свое мнение относительно его опасности. Некоторые выводы полицейские смогли сделать и без эксперта. Около донной части снаряда должен располагаться поясок из мягкого цветного металла, который обеспечивает его вращение по нарезам орудийного ствола. Он оказался сбит. Это следы работы бродяг, которые срезают ценную медь и несут ее в скупку. Сам же боеприпасы выбрасывают, поскольку такой металлолом не принимается во вторсырье уже давно. Сотрудник ОМОНа, осмотревший предмет неспешного переполоха, заключил: это пустышка. Никакой взрывчатки внутри болванки нет. С места происшествия Кирилл Новиков, Мария Склярова и Александр Собчук.